сначала три надел на правую руку, попробовал, порисовал, так думаю, вроде прикольно и удобно, и они параллельно смешиваются. Потом на левую руку надел, и, ну, в итоге получилось уже как бы 10 кистей сделал, такие удобные напальчники для них, чтобы можно было менять кисти и одевать удобно. Вот. И таким образом стал писать, приноровился быстро. Может быть, потому что... Личность у нас одна, но тем не менее, как бы на самом деле ее многообразие и многогранность, она вот раскрывает вот такие интересные вещи, как я вот для себя понял, что даже у каждого нашего пальца свой почерк, как своя личность. И когда они вместе все встречаются на холсте, то получается такая многогранная, разнообразная симфония цвета. И вот одна кисть с одним цветом и другим цветом снимается, и параллельно уже получается третий цвет, и так они между собой взаимодействуют. Какие-то картины я поначалу дарил знакомым, друзьям, вот, но потом уже меня заметили и стали приглашать на выставки, вот, также и в Германии, когда было биеннале. Приглашали даже в Лувр, вот, но так получилось, что я даже удивился, что сам Лувр, но тем не менее, к сожалению, тогда у меня все работы распродались после биеннале, вот, понравились люди, мне не было чего им привезти, и таким образом пришлось отказаться, но тем не менее...